вертолета к выполнению строительных монтажных работ и одновременно инструктаж бригады монтажников в особенности выполнения монтажа. Готовится подвеска на подцепке емкостей. Памятник Ленина высотой 13 метров. Рядом стоят три штыка высотой 30 метров. Дальше Черное море. Все это находится на территории Артека. Так, емкости, которые необходимо поставить в район гостиницы Скальная на высоту примерно 40 метров. Экипаж осматривает, как их подкреплять, как поднимать. Метров крепления. А, 24 вот так вот. Даже меньше. Все нормально. Место, где устанавливать емкости. За этой горой находится гостиница Скальная, для которой будет запас, резервный запас питьевой воды. Гостиница находится на самом берегу Черного моря. Вот само место, куда ставить эти емкости. Место двух горушек. Горушка это называется генуэзская. Вот в кадре наш учитель из УТО, Трофимов Борис Иванович, который приехал посмотреть на своих учеников, как они выполняют работу, выполнение строительно-монтажных работ, и представитель оцепления для безопасности выполнения наших работ.